это очень, очень серьезный вопрос. Начинать карьеру. В России было легче начинать. Но другое дело, что вы начинали карьеру, а потом вас останавливали, и вы никуда не двигались, сидели здесь. Пустят, не пустят, как говорится. За границей по-другому. Там получить первый шаг на сцену, по-моему, даже невозможно. Ну, как можно получить партию, хорошую партию, центральную партию в опере, главную роль? Надо иметь имя для этого, чтобы ты получила сцену. А чтобы получить имя, надо иметь сцену. И вот я тогда поняла, что нужно место, где артист молодой мог бы сделать первые шаги на сцене, в главной партии, в главных ролях. Вот я создала этот центр. То, что я получила от своих учителей здесь, не где-нибудь, это в России, я должна это отдать русским артистам. То, что я знаю, то, что я умею много. Самое главное в пении – это техника. Абсолютно техника, а потом голос, качество голоса. Он же может быть феноменально красивый тембр. И музыкальность, и темперамент, и драматическая одаренность – все есть. Но в технике какой-то сбой идет. И от певца талантливого, так одаренного, не остается ничего. Стоит красивый, молодой, зеро, нуль. Поэтому добивайтесь совершенства техники. Позвольте вас поздравить участников этого конкурса с праздником оперного пения. Я хочу еще раз сказать, что будет праздник, я уверена. В этом году мы посвятили этот конкурс памяти Мстислава Ростоповича. Почему? Начинала играть, я начинала петь, и все кончалось. Все непонимания, все недоумения. Оставалась музыка. И вот в этом разговоре, в этом диалоге мы выясняли все наши отношения всю жизнь. На сцене во время пения он мне аккомпанирует. Это был великий артист, и очень он любил оперу. И поэтому вот этот свой конкурс, после его окончания, мы посвятили его памяти. Мы отсеиваем певцов на первом туре беспощадно. 240 кассет нам прислали, 240. И на третий тур прошли 12 человек. У нас в жюри мы приглашаем половину, 50% певцов, и другая половина – это административные работники, директора театров, заместители по художественной части и так далее. Вот, так что это очень важно, чтобы они, будучи в жюри, знакомились с теми певцами, которые участвуют. И, может быть, нашли бы какую-то перспективу для этих артистов молодых. Я считаю, что это правильная система. Три карты!
занимаешься, сиди 20 часов хотя бы в день. Вот, попой так месячишку, да, поет у тебя эта фраза. Поняла, Галина Павловна, спасибо. Молодец. Оля. Что будешь играть? Экспромт. Те, кто читал ее книгу, Галина, знают. Она прошла очень тяжелый путь. Мне нужна помощница, которой я могу передать свой опыт. Я предложила ей эту работу. Я хочу, чтобы она относилась это именно как к работе, а не просто прийти с мамой. Она музыкант сама. Потому что я надеюсь на нее очень. Я люблю вас. Я люблю. Люди послушают, какой у тебя красивый пиано. И потом дай крещение. Ну, Господь, послушай. И нам, и вам. И вам, ага. Наш конкурс носит имя великой русской певицы Галины Вишневской и впервые проходит без мамы. Это возлагает на нас, на меня в частности, огромную ответственность. Она ходила всегда в перчатках, еще будучи маленькой девочкой, потому что она знала, что у нее должны быть самые красивые руки, потому что она будет обязательно оперной артисткой. И вот эту любовь к своему искусству и к оперной сцене она старалась передать своим ученикам. Конечно, она понимала, что очень важно их поддерживать. С самого начала она задумала этот конкурс именно как конкурс оперных артистов. И я очень надеюсь, что так оно и будет. Так, как задумала Галина Павловна. Начинаем третий тур 5-го международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской. Thank you.
Светлый ангел, жду
сердце. Жду я. Приди.
Люблю безмерно.
хлеба свободу. Ничем я не хочу стеснять, готов скрываться вам в угоду. И пыл ревнивых чувств унять, на все для вас готов я. Не только любящим супругам, слугой полезным иногда, желал бы я быть вашим другом и утешителем всегда. Ясно вижу, чувствую теперь я, куда себя в мечтах завлек, как мало вас ко мне доверия, как чужд я вам и как далек. Терзаюсь этой далью, все стражу вам я всей душой, печалюсь вашей я печалью. Терзаюсь этой далью, со стражду вам я всей душой. Я вас люблю, люблю безмерно, без вас не мыслю дня прожить. Я подвиг силы беспримерной готов сейчас для вас свершить. О, милая, да. Alzati, la tua figlia a te conceda riveder, nell'ombra e nel silenzio là, il tuo rossore lonta mia nascondi. Fragile petto e colpir decio altro ben altro sangue a terger dessi l'offesa il sangue tuo ed otrerai il pugnale
Vendicator, Vendicator. Si crave l'universo avveleni per me, avveleni per me. Traditor, che compensi in tal guiso dell'amico tuo primo, dell'amico tuo primo. Fuor donator vento che me
Thank you.
saldo alla testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, ecco che quella cerca menar. Ecco che quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza alcun ordine, la testa sia, il minueto, chi la follia, chi l'alemana, fare valer chi. Fare valer chi la follia, fare valer chi l'alemana, fare valer. E nel frattanto dalle tue canto, con questo e quello domoreggiar, va moreggiar, va moreggiar. Alla mia lista, domani mattina, d'una decina devi ammietar. Alla mia lista, d'una decina devi ammietar. Se trovi in piazza qualche ragazza, vengo con quella per camerar. Alla mia lista, domani mattina, d'una decina devi ammietar. Senza colore, la tuttia, il minuetto, di la follia, di l'alemana, fare valar. Alla mia lista, domani mattina, d'una decina devi ammietar. D'una decina devi ammietar, d'una decina devi ammietar, devi ammietar, devi ammietar, devi, devi ammietar. На склоне лет моих ты, как весна, мне душу оживила, и в страстном лебеде речей твоих для старика была чарующая сила. Пережил с тобой мгновенье страсти пылкой и блаженства, когда твой чудный стон я обнимал, и в неге томной любовался красой твоей.
твой нежный взгляд меня оживил. И в жилах кровь текла быстрее, в твоих объятиях находил я рай, в твоих объятиях находил я рай, в твоей любви блаженство, блаженство. А Германа все нет, все нет. Я знаю, он придет, рассеет подозрения. Он жертва случая и преступления. Ах, Истомила!
сцену приглашаются финалисты и члены жюри 5-го международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской, председатель жюри Ольга Ростропович. Дорогие друзья, на сцене финалисты конкурса и члены нашего жюри, которым я очень благодарна за их работу, я хочу еще раз представить вам. Народная артистка СССР, профессор Санкт-Петербургской консерватории Ирина Богачева, Россия. Великолепная сопрано мировых оперных сцен Мария Гулегина. Артистический директор оперного театра Сан-Карло, Неаполь, Винченцо де Виво, Италия. Художественный руководитель национальной оперы в Лионе Роберт Кёрнер, Франция. Артистический директор оперной труппы Цюрихского оперного театра Софи де Линд, Швейцария. Солист Большого театра России, тенор Бадри Майсурадзе. Импресарио Международного агентства Harrison Parrott, Лондон. Ian Stones, Великобритания. Кастинг-директор Metropolitan Opera, Нью-Йорк. Леннер Розенберг, США. Кастинг-директор театра «Ла Скала» Милан и теперь театр «Опера де Басти» во Франции Илиас Цимпетанидис. Артистический директор оперного театра «Театр Анрувин» Вена Себастьян Шварц, Австрия. Итак, жюри 5-го международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской объявляет имена победителей и обладателей специальных призов. Специальные призы. Участие в репертуарном спектакле Центра оперного пения получает Александр Нестеренко. Год обучения в Центре оперного пения Галины Вишневской получает Константин Сучков. Приз за лучшее исполнение русской арии получает Светлана Москаленко. Приз зрительских симпатий Ирина Морева. По единогласному решению жюри премии распределились следующим образом. Мужские голоса. Третья премия присуждается Борису Дьякову. Второе место присуждено Константину Сучкову. Первое место в мужских голосах не присуждено.
Женские голоса. Третье место поделили Анастасия Щеголева и Светлана Москаленко. Второе место не присуждено. Первое место, первая премия и золотая медаль. Ирина Морева. Мы закрываем 5-й международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской. До новых встреч в 2016 году. Спасибо всем.